Здравствуйте, с вами любимая компания «Электромотор», и часто нам задают вопрос, какие же существуют втулки для сеялки СМК и СРТ-1. Итак, перед вами вот втулки, которые существуют для таких сеялок. Диаметр втулки составляет 27 мм. Итак, существует втулка-заготовка, глухая втулка, на которой нету отверстий. Пазик составляет 1 мм, то есть вы можете высверлить отверстие от 1,5 сантиметра. В комплект поставки, получается, к сеялке идет специальный шаблон, на котором... Сейчас приблизительно вам покажу. Это у нас для большой, также существует для маленькой. Это для ВПС 52, а у нас это 27. Существует маленький шаблон, на который вы устанавливаете втулочку, и по табличке, там, в зависимости от того, какое вам надо расстояние между семенами, количество семян на погонный метр, вы высверливаете отверстие. Вот, это первая втулка. Комплектуются у нас такие сеялки СМК, втулкой 10/4. Вот такая вот. 10 отверстий, 4 мм. 10/4, первое число 10, это количество отверстий. 4, это 4 мм, диаметр отверстия. Комплектуется сеялка СРТ-1, такие же втулки, но она комплектуется вот такой вот втулочкой, 16/3. 16 отверстий по 3 сантиметра, по 3 мм. Вот, они такие существуют дополнительные. Вы можете докупить, заменить любую втулку. Меняются они просто. Снимается бункер, меняется втулка. Ну, вот на любую, вы можете комплектовать разный бункер в зависимости там. Вот если сеялка у вас СМК на 5 рядков, разный бункер с различными втулками. Остается у нас 10/3. Это 10 отверстий 3 мм. И остается 6/4. Смотрите, количеством отверстий регулируется расстояние между семенами в ряду. То есть, чем у вас больше отверстий, тем будут семечка ближе друг к другу. То есть, заготовку вы берете, если вам нужно под свою культуру высверлить, если вы хотите задать какое-то расстояние. Вот это вот 5 видов втулок, которые существуют, которые есть на заводе. Других втулок, к сожалению, нет. Если хотите высверлить, берете заготовку. Вот такие втулки. Звоните в компанию «Электромотор». Стоимость одной втулки на сегодняшний день, 2019 год, составляет 25 гривен. Можете докупить, комплектовать различными втулками свою сеялку. Вика, а что больше берут? Готовые или высверливают? Часто берут, даже высверливают, потому что разные семечки, разные культуры хотят делать разное расстояние между семенами. Поэтому берут заготовки часто. Ну, так и все остальное, в принципе, тоже хорошо. Морковка, лук такое вот высаживают. Все подходит. Звоните в компанию «Электромотор» 530-38.